Добрый день, коллеги! Меня зовут Ильин Дмитрий, и в моей следующей лекции мы поговорим с вами о проблемах, с которыми сталкиваются практики при одностороннем отказе от договора. Конкретно мы поговорим о том, какие аргументы можно привести в обосновании позиции о том, что сумма упущенной выгоды не подлежит взысканию со стороны отказавшейся от договора. Что такое минимизация убытков согласно отечественной практике и должно ли быть нарушение договора контрагента существенным для возникновения права стороны отказаться от договора в одностороннем порядке. Смотрите на видеоконсультанта.